Приветствую вас. Важно, конечно, постараться увидеть то, чего конкретно вы лишились. Уезжая из города своего. Вот. Ну, то есть я имею в виду. Когда вы уезжали из города, да, то вот чего вы лишились, что вы потеряли. Вот, я думаю, что это очень важный был бы момент здесь, потому что, как мне кажется, именно он, этот момент, вас, ну, тяготит, что ли, вас останавливает от того, чтобы двигаться дальше. Этот момент вам не позволяет идти вперед, то, что вы потеряли. А восполнить это у вас, ну, по определенным причинам. Причинам не получается, потому что, вероятно, вы не знаете себя. Вот. Ну, это можно выяснить, поработать с тем, какие у вас отношения с матерью были, есть, и что для вас означало и означает, лучше, конечно, означает, что для вас означает такой вот насильный перевод в другой город. Вас. Да, то есть, ну, я думаю, совершенно очевидно, что для вас это что-то значит, и совершенно очевидно, что почему-то вы, несмотря ни на что, из города не уехали, вот, не вернулись. Вот, может быть, у вас для этого тоже есть какие-то основания. Вот. Так или иначе, это нужно выяснить. Вам это нужно прояснить. Возможно, обиды на маму продолжают отравлять вас. Возможно, то, что вы, например, не чувствовали поддержку, когда находились в городе, вот первое время вам было очень тяжело, вот вы не могли ни с кем поделиться своим ощущением, никого не было в вашей жизни, кому бы вы были важны, и сейчас вам может казаться, что, ну, вернувшись в свой город, где вы были, откуда вас мама выгнала, я так понимаю, да, ну, по сути, вот, вы вновь получите вот какую-то защищенность, поддержку и так далее, потому что вы не получаете ее там, где живете, возможно. Вот, или там получили ее тогда, когда вам это было нужно. Вот. То есть такой вот момент достаточно негативный. Может быть. Вот. Это все оказывает влияние, это все может тормозить вас и скорее всего, ну, может тормозить и скорее всего
тормозит. Вот, так обычно бывает это. Ну, это корректируется. То есть вот совершенно точно, что я могу сказать, это то, что это корректируется. То есть это можно поправить. Вот. Если, конечно, у вас есть такое желание, если, конечно, у вас есть ну, направленность, нацеленность поработать с этими моментами. Вот. А чисто условно, если говорить, то проработать, значит прожить, и когда вы, если вы это проживете, вот, то сможете отпустить. Не наоборот. А, так, но прожить это в одиночку, я бы сказал, невозможно. Ну, то есть невозможно это прожить так, чтобы никому не рассказать. То есть вам нужно с кем-то поделиться, вам нужно кому-то это выразить. Вот. Выплеснуть. И так далее. Вот. Ну, вопрос заключается в том, как лучше сделать это. На этот вопрос можно ответить, пообщавшись с вами, поговорив, поняв, в какой-то степени вас, ну, кто вы, какой вы человек, например, вот, только так можно вам помочь, потому что методик психотерапии много, вот, и не все они подходят одинаково человеку. Поэтому лучше, конечно, подобрать вот то, что вам, ну, больше нравится, то, что вам больше подходит, то, что вам, ну, больше даст эффективности. Вот. Не просто вот выбрать какую-то методику, да, и там просто ей следовать, а именно вот, чтобы вам это прям понравилось, чтобы это было тем, что вас, ну, грубо говоря, раскрывает, вот, то, что помогло бы вам. Вот, я бы так это сказал бы. Вот. Ну вот, в принципе, то, что мне хотелось вам ответить с точки зрения психотерапии. Еще важный момент в том, что
вы идеализируете город. То есть он у вас в, ну, фантазиях такой. Действительно, он, конечно, другой. Уже в действительности он изменился, в действительности он, ну, он уже давно, он уже не такой, он никогда не был таким, вот, в действительности. Но, не для вас, вот, понятное дело, потому что вам кажется, что он идеальный. Хотя на самом деле, нет. На самом деле не идеальный. Потому что, ну, идеальный город не бывает. Но вы его идеализируете. Почему? Потому что вы себя сдерживаете. Идеализация — это воплощение наших желаний. Идеализация. То есть, когда человек активно чего-то хочет, когда человек активно в чем-то нуждается, вот, появляется идеализация. То есть мы идеализируем то, в чем нуждаемся. Значит, наша задача в какой-то степени понять, вот, что происходит, то есть, что вы сдерживаете в себе и почему. Вот. Соответственно, как только это будет реализовано, как только вы сможете для себя понять, что вы сдерживаете, начнете замечать это в себе. Вот. Я думаю, что ситуация начнет меняться. Я думаю, что ваша жизнь начнет меняться. Вот, и вы увидите изменения. Ну, они будут, конечно, не быстрыми, да, они будут. Они не могут быть быстрыми, они будут такими достаточно постепенными. Но они будут. Они будут. Вот. Сейчас вы привязаны к этому вот, ну, к образу города. И вы хотите, на мой взгляд, себя это забрать. Вот. То есть вы хотите забрать себя образ этот, города. Вот. Я не думаю, что это хорошая идея, потому что забрать у себя что-либо, ничего себе не давая взамен. А вы не хотите себе ничего дать взамен, что-то потому что я могу видеть. Это не лучшая позиция, мягко говоря. Вот. Это вот, наверное, то, что я хотел бы вам здесь и сейчас сказать. Это то, что я хотел вам здесь и сейчас ответить. Наверное, пока что больше добавить к этой, ну, к этой информации, вот, к тому, что я уже сказал,
Мне особо нечего. Вот. Я надеюсь только на то, что это было вам интересно, на то, что это было вам полезно, на то, что это было познавательно. Вот. Ага, и я надеюсь, что какую-то вот обратную связь вы дадите. Вот, в ответ на то, что я сказал. Удачи вам. Всего самого доброго.